Специальные условия на покупку кроссовера «Рено Каптюр». Терамобил. На Янаульской 1А. Родителям пора забыть про авторитарную манеру воспитания ребенка и понять, что самим надо многому научиться. А накопленный жизненный опыт в современном мире не всегда применим. Отсюда противоречия, которые выливаются в конфликты отцов и детей. В прошлом году на площадке Госсобрания Республики по инициативе главы региона прошел первый родительский форум. Теперь готовится ко второму. В преддверии масштабного обсуждения проводят подобные встречи, чтобы определить, что больше волнует родителей и на какие вопросы они хотели бы получить ответы. Огромное количество родителей просто находится в растерянности, потому что то, чему условно обучались они, даже не то, чему они обучались, а то, что они приобрели в качестве жизненного опыта, не всегда актуально для сегодняшних подростков. Если раньше взрослые родители были проводниками для своих детей во взрослый мир, то сегодня, к сожалению, так не получается. То есть взрослый может быть в лучшем случае сопровождающим, и то, если он успевает сам отслеживать все эти изменения, улавливать тренды, то есть для того, чтобы помогать своему ребенку взрослеть. А если в одиночку сделать это трудно, то родителям предлагают объединяться в сообщество. Одно из таких работает в Нефтекамске с августа прошлого года. Тогда провели соцопрос и выяснили, что озадачены взрослые тем, как уберечь ребенка от негатива и грязи, что встречаются на просторах всемирной паутины. Первое, что с какой проблемой мы столкнулись, это, конечно, безопасность в интернет-пространстве детей. Как защитить, как научить родителей обезопасить, научить детей, как пользоваться, как входить безопасно, то есть психологическую какую-то такую определенную готовность находиться в интернет-безопасности. Это первая была у нас задача. Вообще мы, конечно, продвинутый родитель-то, собственно говоря, и создали для того, чтобы родителей обучать. Завершили встречу мастер-классами. Например, прозвучал вопрос волнующих многих родителей. Нужно ли отбирать у ребенка гаджеты? И как в попытке стать продвинутым, не упустить из вида собственное чадо? Зональные семинары-совещания уже прошли в Стерлитамаке, Кумертау и Бирске. На очереди Дуванский район, Сиба и Уфа. После чего продвинутые родители республики соберутся на второй форум. Он пройдет в середине мая. Регина Шафигуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.